90 лет исполнилась жительница Алекминского района Валентине Коротких. С долгожителем встретилась наш корреспондент Елена Фаст. У таких людей, как Валентина Ефимовна, в трудовой книжке обычно одна запись с молодых лет и до самого возможного. Менялись только сами отделения Санэхтат, Марха, город. Работала сначала морзистом, потом вот начальником почты. Все операции почтово-телеграфные были на одни плечи. И доставка, и уборка, и топка. Все в... Ну, тогда зарплата-то маленькая была, 500 рублей получали. Она убедительный пример того, что года не беда. 90 лет не тот возраст, чтобы позволить себе лежать. Прекрасная память, речь, завидное мышление, впору молодым опыт перенимать. А главным секретом она считает движение. В юбилейный день рождения в квартире собралась вся большая семья. Тишины нет и в помине. Праздники здесь справляют весело, с песнями, шутками. Главный подарок – счастливый вид именинницы. Цветы, открытки – все это заняло уже много места, а их несли и несли. С благодарностью за долгий труд, достойный возраст поздравили Валентину Ефимовну администрация района и города. Такая красивая бабушка у нас. О, просто. Бабушка пришла, поэтому, наверное. Поэтому, да? Ну, конечно. Дружная семья готовится к вечеру, и тогда все вместе соберутся родные, друзья, и долго еще будут звучать свои семейные теплые песни. Наша дружная семья, все сегодня в сборе. Внуки, правнуки соберутся, еще вечером все соберутся. Ой, полным-полна моя коробушка есть, и сваты, и зятья. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.